Здравствуйте, вы на канале HardReset.info, и сегодня я вам хочу показать, как можно поменять сочетание клавиш в такой программе, как Obsidian. Для этого нам нужно зайти в настройки, они находятся на нижней панели, вот здесь. Нажимаем, заходим на такую функцию, как сочетание клавиш, и здесь мы можем поменять абсолютно любое сочетание. Например, я хочу быстрый переход, для этого нажимаем плюсик. Нажимаем на клавиатуре те клавиши, которые мы бы хотели здесь иметь. Например, эти. Но она уже где-то есть, поэтому не пишет, что нельзя. Чтобы, например, удалить это, мы можем либо нажать вот эту кнопочку, и оно вернет все, как было до нашей функции. Либо просто нажимаем здесь крестик. И все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Нам было очень приятно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!